Батьківські поради. Є іграшка, а є особиста річ, да, у дорослих і в дітей. Так? Ми говоримо про те, що дитина має не просто ділитися іграшками, а дитина має навчитися комунікувати, комунікувати з іншими людьми, так? З іншими дітками. Так? Вона може, да, не просто віддати свою іграшку, а помінятися. Так, якщо інша дитина, так, просить у вашої дитини її іграшку, так, при цьому, не даючи вашій дитині нічого, ви можете запропонувати погратися разом, так, але не віддавати іграшку, не віддавати взагалі, погратися разом, або помінятися, а потім після гри, або на наступний день повернути іграшки, або після гри повернути іграшки. У дитини є період після 3 років, коли вона розуміє, що крім неї існують ще інші діти. До цього дитина сприймала себе, в принципі, як істоту, яка от вона одна єдина. Так, вона там бачила якісь, або спостерігала, або звертала увагу на інші колясочки чи на інших діток. Вона звертала увагу. Але розуміння, що є, існують і інші діти, або братики-сестрички, в неї виникає після 3-3,5 років. І ми вчимо ділитися не для того, щоб навчити в дорослому житті все віддавати, а навчити комунікувати з іншими дітками. Да? Я вважаю, що потрібно ребенка учити ділитися іграшками, так як це їй понадобиться, ну, то есть уже в дальнейшей жизни, коли вона буде постарше, щоб, ну, ні в коєму випадку не стоїть її, как бы, заставлять это делать. Ребенок, ну, как мое мнение, я считаю, что ребенок должен, у него свой выбор должен быть. То есть, вот, допустим, есть такие дети, с которыми ребенок не хочет делиться. Не нужно ребенку объяснять. Вот, допустим, когда на площадке даже детки играются, и вот бывает такое, что они не могут поделить между собой там ведерко, грабельки, лопатки. Вот нужно объяснять, что вот дай ребенку, ну, там, Маше, Саше, там, дай поиграться грабельками, а они тебе дадут ведерко, допустим, то есть что это ты, ну, отдаешь не на совсем игрушки, а вы обмениваетесь с ними. Вот, и нужно как бы свои примеры приводить, допустим, даже дома нужно, я считаю, родители должны показывать тоже примеры, вот там, я кушаю конфету и поделюсь там с папой, поделюсь с ребенком, дам кусочек, вот нужно как бы с детства ей это объяснять, и чтобы она понимала это, потому что вот до 3 лет, я считаю, дети, ну, как бы, наверное, не особо понимают, что нужно делиться, да, вот с самого рождения, как бы, когда они маленькие, а потом уже после 3 лет у них уже какое-то осознание происходит в голове, они уже больше это все понимают и усваивают. Знаете, я на самом деле считаю, что детей нужно учить только играючись. То есть это должен быть процесс какой-то игры. Либо же на примере, опять-таки, игры с другим ребенком. Но ни в коем случае, наверное, не стоит ребенка заставлять делиться. Не стоит никак. Объясню, почему. Даже у меня есть опыт с Кристюшей, и у нас есть младший братик. И вот Кристюшеньку когда-то в детстве я думала, что стоит все-таки поучить, заставить немного делиться, чтобы не быть жадной. И увидела потом, что это не приносит нужные плоды. Потому что ребенок перестает где-то чувствовать свою границу. У ребенка должны быть какие-то границы. У ребенка должны быть свои любимые вещи. У нас тоже у всех есть любимые вещи. У нас есть какие-то любимые драгоценности, любимая одежда, которую мы не разрешаем трогать даже нашим детям, правда? И у деток должны быть какие-то тоже границы и понятия все-таки своего личного. Лично мое мнение. Иначе, если они потеряют с раннего возраста эту грань и понятие своего, потом, наверное, ребенок даже не сможет защищать свои интересы, защищать свои какие-то любимые вещи. Поэтому, я думаю, не стоит заставлять. Есть вещи, которыми можно поделиться, есть вещи, которые не надо. И заставлять все-таки давить на личность не стоит. Честно говоря, этот вопрос застал меня врасплох. Почему?
Меня еще моя мама учила, что всегда нужно делиться. Вот твоя игрушка самая любимая или нелюбимая. Вот обычно, вот, ну, много разных игрушек есть у детей. И вот всем нужно делиться. Потому что иначе возникает такой термин, как жадность. И очень многие родители боятся, что вот как это, чтобы ребенок не был жадным. Это очень волнует всегда родителей. Как это так? Надо же делиться, надо быть хорошим ребенком. Вот. А на самом деле насчет этого не нужно и не стоит беспокоиться так сильно. Я раньше думала в действительности, что вот я свою Аделю буду приучать, чтобы она делилась, чтобы... А тут я посмотрела, и на самом деле нужно немножечко переосмыслить свое вот такое вот мышление. Потому что это становление ее личности, ее характера. У нее есть свой мир, свое мнение. Это стоит развивать, но никак не подавлять. Коли ви поряд, і інша дитина просить у вашої дитини іграшку, так? І ваша дитина не хоче давати, не настоюйте на тому, що віддай. Не хочеш і не хочеш. Поясніть іншій дитині, що це іграшка для Петрика нова. Ми її нещодавно купили. Він ще не набавився нею. Так? Тобто це нормально, коли цікавою новою іграшкою дитина не хоче ділитися. Так? Бувають моменти, коли дитинка ділиться іграшкою, так? А інша дитина не віддає свою іграшку. Так? Тобто вона отримує дві іграшки і радіє, що вона зманіпулювала, обманула і отримала дві цікавих іграшки. Да? В такій ситуації, да, ви маєте бути знову ж таки поряд, да, і підказати своїй дитині, що ні, якщо так, тоді ми забираємо свою іграшку. Да? На жаль, да? Дитина має зрозуміти, що є інші люди, інші діти. Що коли вона хоче з кимось потоваришувати, так, вона може обмінятися іграшками або побавитися разом. Так? Вона має піти на контакт для того, щоб знайти товариша. Тому що якщо ми не навчимо ділитися, спілкуватися, то ми ж знову таки зробимо з дитини абсолютно замкнуту особистість, яка буде сидіти, да, и бавитися лише с власними іграшками. Ну, допустим, на своем примере, опять-таки, я всегда, прежде чем склонить, допустим, даже поделиться, я всегда тоже за то, чтобы дети, если играются вместе, в общественном месте, если у вас территория игровая, и вы играете, знаете, будьте так добры, играйте вместе. Но можно спросить у ребенка, хочешь ли ты сейчас в данный момент поделиться этой игрушкой? Я так на своем примере могу сказать, что когда к ребенку подходишь спросить, ребенок тебе уже более открыто, более добрый. Да, я хочу поделиться. Без агрессии, во всяком случае. Чтобы не вот как вы говорите правильно, не потерять вот эту золотую середину, грань. Ну, где-то у нее проскакивало такое мое, когда это весь период. Но как только у Кристиночки просто начался период 2,5 года, это мое, родился братик наш младший. И у нее вот как-то сразу стало, она сама стала открытием. Она сама начала вот этому маленькому ребеночку в подгузниках давать игрушки, делиться, угощать. Это однозначно всегда легче. Конечно, всегда легче. Неоднозначно мы сталкивались на детской площадке с ситуациями, когда ребенок один в семье. И это как либо эгоизм такой, вот все мое, вплоть до истерик. Даже ситуации, когда забирают чужую игрушку ребенок и потом просто не хочет ее отдавать. Ну, тут опять-таки, как родитель себя поведет. Есть родители, которые пытаются настроить на путь истинный, а есть родители, которые идут на поводу у ребенка и, ну, пожалуйста, не плачь, не отдавай. Вот по нашему примеру, если брать, у нас ребенок, да, у нее бывают такие ситуации, что она вот одна в семье, и ей сложно бывает такое, что вот ребенок у нее просит, и она бывает такое, что даже вот истерики, она начинает плакать, она не хочет делиться. И нужно выходить из ситуации, то есть опять же рассказывать ей, что ну, нужно делиться, что ребенок поиграется там той же игрушкой или чем и тебе отдаст. Ну вот. Считаю, что, наверное, больше, когда один ребенок в семье, то ему как бы сложнее поделиться с другими детьми. Когда малышка наша играет на площадке,
Я наблюдаю, как она развивается, как она себя ведет, как она контактирует с другими детками, что ей интересно, как она делится или не делится, забирает она игрушки или не забирает. И я наблюдаю, что ей интересны чужие игрушки больше, чем ее. И тут, опять же, тот момент, когда не стоит переживать, что вот она жадная, она хочет чего-то большего. Нет, просто свои приедаются и хочется поиграть с чем-то новеньким.